Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Светлана Филатова, рада приветствовать вас на моем канале, и сегодня вас ждет долгожданный очередной разбор. Многие из вас уже несколько дней просили, чтобы я разобрала это интервью Путина и Карлсона, и наконец-то, аллилуйя, это происходит. Только открыв это интервью и начав его смотреть, я поняла, какое поле непаханное для нас с вами, потому что оно просто изобилует сплошными манипуляциями. Кроме того, по сигналам тела я получила для себя ответы на многие вопросы, которые пока еще четко у меня в голове не складывались. Сейчас пазл сложился, поэтому я надеюсь, что вам этот разбор понравится. Я постараюсь это сделать максимально корректно, объективно, насколько мне позволят мои взгляды, да. Но давайте разбираться уже, приступим к делу, что называется, потому что всем вам наверняка это будет полезно еще и с той точки зрения, что вы наверняка встречались с какими-то из этих манипуляций, которые сейчас мы с вами будем проходить. Вот с точки зрения обучения я бы очень рекомендовала все-таки остановиться на моем видео и посмотреть его до конца. Итак, я включаю первый фрагмент. Америка могла нанести неожиданный удар по России. Как вы пришли к такому выводу? Да, дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. Вот, и здесь я немножечко остановлю видео, потому что здесь прозвучала первая манипуляция. Вообще, каждый грамотный манипулятор знает одно блестящее правило. Когда ты говоришь, говори уклончиво, без конкретики. А потом можно сказать, что не говорил, не знаю, как-то произошло, случилось и так далее. То есть вот это вот чистейшая манипуляция, когда на самом деле вот для меня вообще сейчас это откровение. Оказывается, он этого не говорил. Насколько я понимаю, что внушался страх россиянам, что на нас вот-вот нападут. И даже сейчас я слышу от многих россиян, что они защищают себя, да, вот, да, на чужой территории, но они защищают себя. Вот сейчас вот такая риторика идет. Но я не понимаю, а как вот сейчас глава государства говорит о том, что на нас никто не нападал? Я, объясните мне в комментариях, пожалуйста, что не так вот с этой логикой, вот где я что пропустила, потому что это как-то очень дико звучит. Кроме того, давайте внимательно наблюдать за языком его тела, потому что здесь много тоже чего скрыто. Итак, то, что пожимает плечом, вы это прекрасно увидели. Идем дальше. И вот это смотрите, во-первых, это презрение, сейчас немножечко вот сюда, вот давайте вот так вот, смотрите как, вот это вот, что это за эмоция? Это досада, в общем-то, вместе с презрением, но презрение с опущенной челюстью. Здесь сразу целый комплекс эмоций, да, то есть досада, не подрасчитал, да, и челюсть вниз, и при этом презрение. То есть я оказался, потому что я от себя ожидал, я оказался ниже. То есть вот это сравнительная характеристика, да, и он здесь, по сути, вот невербально он признает, что он сплоховал, что он не дотянул до какого-то уровня, на который он рассчитывал. И вот здесь вот, конечно же, я плохо себя показал. Вот так можно трактовать это лицо, да. Идем дальше. Кашель, не буду на кашлях заострять внимание, потому что, не будем сейчас фантазировать, да, по поводу здоровья, по поводу всего. Да, действительно, кашель — это признак стресса, но он слишком часто у него присутствует, поэтому я не буду на нем заострять внимание. Возможно, что человек просто болен. Я этого утверждать не могу, но и отрицать тоже. И относиться к нему как к полностью здоровому человеку я тоже не могу. Поэтому вот это я буду опускать. Есть другие сигналы тела, по которым мы распознаем его и правду, и ложь, и так далее. Я вам обязательно дальше покажу. Итак, у нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?
И вот здесь пошла еще одна манипуляция. Видите, вот сначала манипуляция — это уклончиво что-то сказать, да, вот никогда не говорить конкретно. Он всегда вот все свое правление говорит именно уклончиво, да, его слова можно трактовать как в одну, так и в другую сторону, и на этом он всегда выезжал. Вторая манипуляция — это оценка собеседника, оценка того, что делает собеседник, да. И вот в данном случае он говорит: вообще ты такой, как я, ну, как я ожидаю тебя видеть, или ты хуже, да, то есть это серьезный разговор или это шоу. И тем самым он ставит собеседника в рамки. Он говорит: если ты хочешь дальше со мной общаться, то, пожалуйста, влазь, вот влезай вот в эти рамки, да, и будь, пожалуйста, паинькой. Вот, то есть посыл вот такой. То есть он сейчас включил сразу несколько манипуляций, и он прекрасно знает, что собеседник очень заинтересован в беседе. Ну, там тоже интересная история, я послушала, почему Карлсону это все так интересно. Потом, с точки зрения его, он, получается, надавил сразу на две, вот на два интереса собеседника. Он сказал, что либо мы будем разговаривать в моих рамках, да, либо мы не будем разговаривать вообще. Это первая манипуляция. И вторая манипуляция — он как бы дал понять, что давай веди себя так, чтобы я считал тебя умным человеком, либо тогда у нас ничего не получится. Вот и все. Поэтому, видите, такая пауза, улыбочка. Here's the quote. Thank you. It's a formidable series. Да, это серьезный разговор. Ну, ага, хорошо. Да, то есть дал возможность собеседнику поправиться, да, исправиться, и дальше пошел. Поскольку у вас базовое образование историческое, насколько. Еще раз загнал собеседника еще в одни рамки. То есть у вас же образование есть, вы же образованный человек, да, и то, что я вам скажу, это близко вам должно быть, если у вас такое образование. То есть если вы такой, то вы должны меня понять. То есть еще одно ожидание навесил на собеседника, и уже собеседнику деваться некуда, просто ему нужно кивать внимательно и внимательно слушать. Понимаю, да? Yes. Тогда я позволю себе, ну, просто вот, ну, 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку. Да? Вы не против? Please. Вот, смотри. И вот обратите внимание, один из важных сигналов тела, по которым мы сегодня будем его читать, здесь у нас выставление, или он либо выставляет, либо прячет ногу. Вот эта нога у него всегда двигалась в соответствии с его настроением, и это все прям четенько будет иллюстрировать все, что будет он говорить. И здесь получается, что он, немного выиграв в этом споре, да, в этих манипуляциях, он поставил ногу немного вперед, тем самым расширил свое место в пространстве, да, увеличил свое место в пространстве, наступил на территорию собеседника, и он как бы немножко выиграл. Вот по этому сигналу очень многие вопросы будут для вас более понятными. Готовы бы вы сказать, например: НАТО, поздравляю, вы победили, давайте ситуацию сохраним вот в том виде, в каком она сейчас? Ну, знаете, это предмет переговоров. Это предмет. Видите, вот она первая манипуляция, о которой я говорила. Если говоришь, говори уклончиво, никогда не говори ничего конкретного, и тебя невозможно будет взять за одно место. Переговоров, которые с нами никто не хочет вести. Или, точнее. Да, прокололся сначала, а потом начал поправляться. Хотят, ну просто не знаю. Я знаю, что хотят. Ну да. Ну да, все просто хотят, стоят в очереди.
Да, вот это был первый фрагмент. Теперь следующий фрагмент. Ну, вот этот исторический экскурс, это было нечто. Ну, конечно же, минутой там не ограничилось. Там пришлось очень много слышать исторических фактов, которые действительно такие, ну, они есть, да. Но давайте наблюдать все-таки за нашим сегодняшним героем. Итак. С чего начались наши отношения с Украиной? Видите, вот по поводу Украины у него просто, знаете, очень неприязненное отношение. Ну, ладно, насчет неприязненного я, наверное, переборщила. У него отношение фильтрации информации. То есть, смотрите, нос – это информация, безошибочная информация, которая поступает напрямую в мозг. Вот этот, ну вот то, что приходит в мозг отсюда, оно дает четкий ответ, да или нет, хочу, не хочу. То есть вот эти наши, чего мы хотим, оно формируется именно в носу, через нос. Мы приходим в помещение, мы чувствуем, что нам здесь нравится, поэтому мы в этом помещении хотим остаться и делаем все, чтобы остаться. Мы общаемся с человеком, нам нравится его запах, мы не понимаем, что происходит, но почему-то нас к этому человеку тянет. Вот так работает мозг. И когда человек при общение перекрывает вот этот канал информации, да, ноздрю, то он таким образом фильтрует информацию. То есть мне не надо больше получать какой-то информации, я здесь, ну вот, обладаю каким-то объемом, я не хочу расширять этот объем информации. О чем это говорит? В данном случае о том, что, ну, не хочу я уже не только видеть, но я не хочу чувствовать эту Украину, да, но не знаю, неприязненная или такая любовь у него, я не могу сейчас сказать вот прям по сигналам тела, я могу только догадываться, но это будут мои оценочные суждения, я не хотела бы на них спускаться. Итак, идем дальше. Откуда она взялась, Украина? Российское государство стало собираться как централизованное, и это считается годом создания российского государства, 862 год. Когда новгородцы, есть такой город Новгород. Ну вот здесь пошла правда, тут много иллюстраторов, много, ну и в общем-то эти факты всем известны, да? На северо-западе страны пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии. Следующая очень значимая дата в истории России, 988 год, это крещение Руси, когда князь Владимир, это правнук. Опять какая-то информация фильтруется, я не знаю, что он здесь, но он явно выдает именно ту информацию, которая будет вписываться в канву его повествования, поэтому я не знаю, зачем он это делает сейчас, вот в этом случае, да, по украинцам я понимаю, а вот здесь объясните мне, пожалуйста, какую часть информации он здесь скрывает, может, я просто не до конца понимаю, ну вот, не до конца перечитала там историю, да, и что-то не, ну вот, от меня ушло. А здесь вот в данном случае, когда вот так вот человек прикрывает информацию, он не хочет получать информацию, ну и не хочет давать какую-то, ну то есть он фильтрует, что ему надо, и ну дает именно то, что, ну, подверглось этому фильтру. Рюрика крестил Русь и принял православие, восточную часть христианства, восточное христианство. С этого времени начало укрепляться централизованное российское государство. Ну да, вот на централизованном и облизал губы, и нравится ему эта информация, и вообще ему хочется, чтобы все было в его руках, да, централизовано. И, в общем-то, здесь я опять постараюсь не давать своих оценочных суждений, мы перейдем дальше. И что мы по этому ролику с вами увидели, а именно увидели, как он красиво переводит внимание на другие абсолютно незначащие факты, которые в дальнейшем я вам объясню, почему они ничего не значат. Но давайте идти дальше. И что мы здесь тоже интересная, тоже манипуляция, просто блестящая. Она была, ну, так классно описана у Ильфа и Петрова. Вот давайте посмотрим. И власть князя. Начало складываться централизованное российское государство.
И здесь давайте внимательно наблюдать за его ногами. Я уже сказала, нога вперед, он говорит факты, которые, скажем так, позволяют ему больше захватывать, да, вот наступательные какие-то факты он произносит, и он в них верит. Значит, соответственно, мы понимаем, что он здесь воодушевлен и готов идти дальше. Если он прячет ногу, то здесь воодушевление сдувается. И вот тут много-много таких подводных камней, которые мы с вами разберем и дальше. Но вот просто все это интервью я наблюдала, честно говоря, вот за его ногой. Вы можете то же самое сделать и откроете для себя очень много интересных фактов. Да, и здесь же он сводит, разводит колени. Колени, ну вообще у мужчин принято разводить колени, когда они сидят, но это строение тела, да, заставляет мужчин так сидеть. Но вообще есть, ну, базовое такое положение, а есть вот по ситуации, когда мужчина чувствует, что он немного больше может занять место в пространстве, то есть у него появилась уверенность, он таким образом расширяет свою зону действия. Но здесь смотрите, свел, развел и не задержался в этом положении, ну, в разведенном положении. То есть этот факт, конечно, имеет ну такую захватническую, скажем так, значение, ну то есть расширяющееся значение, но не так надолго. То есть это такой, ну, ситуационный момент. Вот наблюдайте, вот ногу выставляет и ноги сводит и разводит, да, то есть здесь скорее сначала он говорил о том, что сужает, да, вот его какие-то взгляды, какие-то амбиции, да, но потом обратно вернулась. То есть в данном случае да, где-то может надо ужаться, да, но все равно в итоге он расширился, и нога впереди. Вот то, о чем он сейчас говорит, оно действительно его воодушевляет, вдохновляет, и вот по этому поводу он, ну скажем так, наступает. Идем дальше. Но в силу разных причин после нога, а теперь назад. Он сейчас говорит в силу причин, это когда Русь дробилась, да, когда у родителей несколько детей, и им давали какие-то участки, эти участки становились отдельными государствами, вот об этом он говорит, и эта информация, она не входит в канву его повествования того, что Россия широкая, могучая, да, она же делилась, и сейчас, ну вот в этот контекст того, что он хочет донести, что он большой и он должен владеть всем, да, вот это не входит, поэтому он убирает сейчас ногу и тем самым иллюстрирует, что эта информация не работает на его версию, да, не работает на него, ну и соответственно его немного это, ну, отталкивает назад. Идем дальше. Введение престола наследия, а когда Варшава им в принципе ничего не ответила и практически как бы отвергла эти требования, они начали обращаться в Москву, чтобы Москва их забрала себе. Вот это теперь уже аргумент, который работает на него, на ту версию, которую он пытается донести, и здесь нога пошла вперед. Видите, как четко нога иллюстрирует то, что он пытается сказать или подумать, потому что там не только то, что он будет говорить, мы еще с вами будем разбирать, что он будет думать. Там много-много, вот он ногой в этот раз просто, ну все рассказал. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, Дима. Видите, ерзал на стуле, обратился. Сейчас ему принесут папочку. Вот. И знаете, наличие хоть каких-то документов, естественно, усиливает позицию. Если кто-то из вас хоть раз был в судах, вы прекрасно знаете, что любая справка, даже совершенно незначительная, но она дает какой-то еще бонус тебе, что ты выиграешь. Да, ну вот так вот устроена вся постсоветская эта, ну не знаю, российская действительность точно так устроена. Не знаю, как насчет других. В Украине как, ну вот... В российских судах, в российских учреждениях справки решают все. И он решил пойти по этому же пути. Я вам отдам вот эти документы.
Видите? А реакция собеседника... И нога пошла назад. То есть потерял уверенность, когда почувствовал, что собеседнику это не надо. Я не думаю, что вы что-то выдумываете. Нет, нет, нет. Но все-таки это документы из архива, копии. Ну какая красота. И здесь, знаете, я воспользуюсь случаем и просто процитирую вам картина маслом про, если вы читали «Золотого теленка» у Ильфа и Петрова, там была ситуация, когда два авантюриста, Остап Бендер и его будущий друг, которые представлялись этими детьми лейтенанта Шмидта, оказались в одном месте, в одном кабинете. Сначала пришел Остап Бендер, и тут завалился какой-то молодой человек и тоже представился сыном лейтенанта Шмидта. И вот как развивались события, я прям зачитаю, я прошу прощения, но это просто комичный случай, который очень хорошо описывает эту ситуацию, которую мы сейчас с вами рассматриваем. И вот когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно и что ужасный председатель гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение. То есть расстановка сил как раз вот получается: на розовом пуфике сидит Остап Бендер, который пришел ранее, а рыжий вот этот, это он зашел и представился сыном лейтенанта Шмидта. «Вася!» — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. «Родной братик, узнаешь ли ты брата Колю?» И первый сын заключил второго сына в объятия. «Узнаю!» — воскликнул прозревший Вася. «Узнаю брата Колю!» Счастливая встреча ознаменовалась такими сумбурными ласками и столь необыкновенными по силе объятиями, что второй сын черноморского революционера вышел из них с побледневшим от боли лицом. Брат Коля на радостях помял его довольно сильно. Обнимаясь, оба брата искоса поглядывали на председателя, с лица которого не сходило уксусное выражение. Ввиду этого спасительную комбинацию тут же на месте пришлось развить, дополнить бытовыми деталями и новыми ускользнувшими от Ицпарта подробностями восстания моряков в 1905 году. Держась за руки, братья опустились на козетку и, не спуская льстивых глаз с председателя, погрузились в воспоминания. «Да чего удивительная встреча!» — фальшиво воскликнул первый сын, взглядом приглашая председателя примкнуть к семейному торжеству. «Да!» — сказал председатель замороженным голосом. «Бывает, бывает!» Увидев, что председатель все еще находится в лапах сомнения, первый сын погладил брата по рыжим, как у Сеттера, кудрям и ласково спросил: «Когда же ты приехал из Мариуполя, где ты жил у нашей бабушки?» «Да, я жил», — пробормотал второй сын лейтенанта, «у нее. Что же ты мне так редко писал? Я очень беспокоился». «Занят был», — угрюмо ответил рыжеволосый и, опасаясь, что неугомонный брат сейчас же заинтересуется, чем он был занят, а занят он был преимущественно тем, что сидел в исправительных домах различных автономных республики областей, второй сын лейтенанта Шмидта вырвал инициативу и сам задал вопрос: «А ты почему не писал?» «Я писал», — неожиданно ответил братец, чувствуя необыкновенный прилив веселости. «Заказные письма посылал, у меня даже почтовые квитанции есть». И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек, но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали. Как ни странно, но вид бумажек немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее. Рыжеволосый вполне освоился с обстановкой и довольно толково, хотя и монотонно, рассказал содержание массовой брошюры «Мятеж в Очакове». Брат украшал его сухое изложение деталями, настолько живописными, что председатель, начинавший было уже успокаиваться, снова навострил уши. Вот здесь вот просто картина маслом, когда вот они пытались перед председателем
произвести впечатление. Вот здесь вот та же самая, вот перед моими глазами была та же самая картина, как будто он сейчас вот Остап Бендер и пытается произвести впечатление перед председателем. А председатель, вот ему эти папки не нужны, в общем-то, да, но вот по всем законам жанра надо показать, что я писал, да, вот здесь. Поэтому мне было очень смешно на это смотреть. Не знаю, конечно же, напишите в комментариях, ну вот, насколько вам это было интересно, может быть, кого-то это и впечатлило, но эта папка была ну совершенно, я не знаю, что можно предъявлять, если этот факт вообще, в принципе, это косвенный факт, который не имеет никакого отношения к делу. И почему я так считаю? А потому что давайте смотреть следующий фрагмент. Итак. Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав, а после того, как получил отказ, начал писать письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя. А всего после заключения этого акта 1654 года, через 30, по-моему, 2. Видите, вот он в моменты, когда это поддерживает его позицию, он наступает, когда не поддерживает, он отступает. Года был заключен мир с Польшей. И при формировании Советского Союза, это уже 1922 год, большевики начали формировать СССР. У Румынии и у Венгрии тоже часть территории забрали. И они, эти территории, вошли в состав Советской Украины. И до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что в этом смысле... Видите, вот на этих словах у нас есть основания. Ничего подобного. Здесь он неуверенно себя чувствует. И здесь нога пошла, видите, назад. И это сигнал того, что он сам прекрасно понимает, что он не имеет на это права. Вот. Дальше. И можете сколько угодно со мной спорить в комментариях или еще где-то, говорить, что он работал в ФСБ. Вот мне многие в комментариях пишут, зачем его разбирать, он работал в ФСБ, он вашу физиогномику сам хорошо читает. Ничего подобного. Вот, ребят, вы можете мне рассказывать сколько угодно про то, что кто-то пытается обманывать. Да, это можно по какому-то, скажем так, по какому-то каналу информации можно в какой-то степени запудрить мозги, но по всем каналам информации человек не может контролировать себя настолько, чтобы это было прям без сучка, без задоринки. Он обязательно спалится, и какой бы опыт манипулирования или коммуникации у него не был, все равно человек, он читаем по невербальному поведению, читаем по тому, как он говорит, что он говорит, какие он использует фразы, какие он использует жесты, какие эмоции, все это читается. Поэтому не надо мне вот сейчас пытаться рассказывать, что я там что его невозможно прочитать, или там вот по поводу этого задвигания ноги или выдвижения ноги что-то делать, какие-то выводы. Вот именно по этим сигналам тела и можно делать выводы. Вот это самые настоящие сигналы тела. Итак, мысли. Конечно, Украина в известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. А как вы думаете, что есть ли у Венгрии право забрать свои земли, и другие нации могут ли забрать свои земли, может быть, вернуть Украину границам 1654 года? Ну, я не знаю, как границам 1654 года, но... Неужели я не увеличила это, как он поджимал губы? Это было так... красочно. Если все считают, что время правления Сталина называют сталинским режимом. Видите, и здесь пошла еще одна манипуляция, забалтывание. Был задан совершенно другой вопрос, а он скатился на рассуждение о времени правления Сталина. Ну, конечно же, почему он это сделал? Да потому что у него нет четкого ответа на этот вопрос. На четкий вопрос он не может ответить, потому что он сам
запутался. Если идти по той линии, которую он наметил, вот по исторической линии, то тогда в этом случае, ну, я вам позже покажу слайд с тем, какая на самом деле должна быть Россия. Понимаете? А он, действительно, выбрав такую стратегию, да, вот и ведущий действительно задал резонный вопрос. Тогда почему же вообще другие страны не заберут тогда у России там или у Украины свои части земель? Ну, то есть получается, что по этой схеме России вообще не останется. Все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав других государств. Как радостно он это говорит, но радость не от того, что он поддерживает Сталина, но я не знаю, поддерживает, не поддерживает, скорее всего, он оттуда берет какие-то способы манипуляций, это понятно, но в данном случае для него радость в том, что он просто отклоняется от того вопроса, который ему задали, и ну как бы таким образом он опять запутывает собеседника, чтобы опять не давать прямого ответа, потому что, исходя из его логики, действительно, в общем-то, можно России остаться вообще без земель. В этом смысле, конечно, вполне можно, ну, если не говорить о том, что они имеют на это право вернуть эти земли свои, то, во всяком случае, понятно. Орбану говорили об этом, что он может вернуть себе часть земель Украины? Никогда не говорил. Еще бы он это говорил Орбану, потому что он сам на эти земли глаз положил, с чего ему с Орбаном делиться, да. Ну вот, а теперь, пожалуйста, полюбуйтесь, вот это только самая зеленая часть, она действительно, это Россия, да. Все остальные территории были присоединены, начиная с 1605 до 1725 года, поэтому, ну, если уж по этой версии идти, да, вот по этой логике, которую нам описал Путин, то, конечно же, тогда России очень сильно придется поужаться, потому что исконно русских земель у России очень мало, вот только вот эта темно-зеленая территория. Ну вот его логика в чем заключается. Получается, что вот в отношении Украины у него такая логика, а в отношении, конечно же, других территорий, я думаю, что логика у него совершенно другая, потому что, конечно же, ему не хочется отдавать свое, ему хочется забрать чужое, а вот свое отдавать ему совсем не хочется, да. Ну, теперь дальше, вот по поводу того, как он красиво не отвечает на вопрос, вот эти вот способы ухода от ответа, я просто, ну, знаете, ну, тут много манипуляций он использует, давайте по ним пройдемся. Тут в каждом случае он использует манипуляции, но ответ на вопрос так и не получен. Почему тогда, когда вы стали президентом, вы просто не взяли их 24 года назад? То есть получается, когда он стал президентом, почему, раз вот такой исторический бэкграунд у нас по украинской земле, да, почему не взять, ну, не поставить такое условие Украине, что вот Украина на самом деле Россия, да, давайте объединяться, почему он этого не сделал сразу, ведущий, естественно, задает ему этот вопрос. Зачем надо было ждать 22 года, чтобы предъявить претензии к Украине, если он на самом деле считает, что Украина что-то чужое взяла? У вас ведь оружие было там, не знаю, почему вы тогда так долго ждали? Да, сейчас скажу. Я же заканчиваю эту историческую... Видите, первая манипуляция, я отвечу позже. У меня есть очень важная информация, я вам сейчас ее расскажу, а потом я обязательно отвечу на этот вопрос. Но ответа на вопрос так и не прозвучало, он вот в этой интересной для себя информации просто дальше углубился в нее и подумал, что это, ну, что называется, собеседник забыл. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам сказали честно, вот будьте вот этой птичкой-мозгоклюйкой, будьте занудой, но задавайте вопрос постоянно, вот пока не получите четкий ответ. Вот эта вот манипуляция, да, я сейчас отвечу и побежал дальше по каким-то фактам, которые никому не интересны. Сейчас скучные, может быть, но... И не имеют никакого отношения к делу, да, скучные, действительно скучные. Мы все знаем историю.
И это не говорит о том, что Украина сейчас должна подчиниться России. Многое объясняет. It's not boring. Угу. И посмотрите на лицо, как его, ему не нравится этот вопрос. Сжимает губы, да, рот, подбородок, то есть вот это вот все у него сжато. Это говорит о том, что он просто зол, необыкновенно зол на этот вопрос. У него нечего ответить. Возможно, он зол на то, что нечего сказать, но злость, она присутствует, да, ну, вернее, сдерживаемые эмоции. Ладно, хорошо, не буду сейчас своих каких-то оценивающих суждений, да, но в быту это называется злость. Да, а здесь, конечно же, я должна сказать, что это сдерживаемые эмоции, явно негативные эмоции, вот так вот, видите как. У вас энциклопедические знания, но почему первые 22 года вы об этом не говорили? Свое президентство. Смотрите, как грамотно. У вас энциклопедические знания, да, то есть похвалил, да, но почему вы все-таки не говорили? То есть таким образом немножечко смазал, добавил смазки в свой вопрос. Итак, значит, советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели. Прежде всего, опять забалтывание. Ответа на вопрос опять не получим. Но дело в том, что вы ничего подобного не заявляли ранее, чем за последние 2 года. И вы говорили о том, что вы чувствовали физическую угрозу. Видите, перекладывает предметы. Ну, занервничал. Третий раз один и тот же вопрос. Конечно, занервничал. Что ж за зануда такой попался? Со стороны НАТО, в частности, ядерную угрозу, и это побудило вас действовать. Правильно ли я вас понимаю? Я понимаю, что поскольку мои длинные диалоги, они, наверное, не входят в такую... Прикинуться дурачком — это тоже такая стратегия. Кстати, я вспомнила Псаки, вот она тоже как-то отвечала на вопрос точно так же в прямом эфире там. Тоже такую дурочку включал, но у нее хотя бы это было органично, здесь совсем не органично. Был жанр интервью, поэтому я вначале вас спросил, у нас будет серьезный разговор или шоу? Вы сказали, что серьезный разговор. Да, да. Еще раз та же самая манипуляция, которая прозвучала в самом начале, и манипуляция с единственной целью: отцепись от меня, пожалуйста. Вот такая цель такого ответа, да. Но, знаете, если вопрос очень серьезный, вот я сейчас уже на, скажем так, на тему обучения, да, вот если в вашей жизни встречаются такие манипуляторы и вот таким образом уходят от ответа, а вопрос очень серьезный, не бойтесь показаться глупым, не соответствующим его каким-то там ожиданиям от вас, не бойтесь этого, вы требуете свой ответ, вы имеете право на тот ответ, который, ну, он должен вам дать. Понимаете, это он вам должен дать этот ответ, а не вы должны его так просить. Но даже если вам придется это попросить, не бойтесь показаться глупым, каким-то не соответствующим тому, что он от вас хочет. Он хочет от вас, чтобы вы были действительно, чтобы вас обмануть, да, он хочет вас обманывать, вот и все. Единственная причина того, что он вот таким образом уклончиво уходит от ответа. А следующий фрагмент, ну тут давайте посмотрим. Как вы думаете, почему, каковы мотивы этого? Я чувствую, что вы испытываете горечь по этому поводу, я понимаю, но почему, как вы думаете, Запад тогда так вас оттолкнул? Откуда это враждебность? Почему не удалось улучшить отношения? Каковы были мотивы этого, с вашей точки зрения? Вы сказали, что я испытываю горечь от ответа. Нет, это не горечь, это просто констатация факта. Слушайте, здесь очень напоминает. Ну, во-первых, презрение, напряженное нижнее веко, челюсть низко, что говорит о том, что да, он унижен, но драться он не будет. Челюсть низко, челюсть не поднимает. Будет мстить. Вот такой, когда вот таким образом вам отвечают, знаете, что вам будут мстить. И здесь... Мы же не жених и невеста.
горечь, обиды. Это не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут. Вот и все. Слушайте, еще до того, как он это сказал, вот про жениха и невесту, у меня ассоциация, вот помню, знаете, у женщин есть такой способ манипуляции мужчинами, да, когда она просто перестает разговаривать, да, поджимает губы, и вот таким образом он подходит: ну что, ты обиделась? Нет, я не обиделась. И вот такое вот саботирующее состояние, да, и вот она держит эту... Ну, это, кстати, и мужчины так делают. Напишите в комментариях, если вы сталкивались с таким способом манипулирования. Вот это вот такая вот, это способ мести, да, когда ты не можешь дать отпор, когда ты не можешь объяснить, чего ты толком хочешь, да. Легче всего, конечно же, вот взять и уйти вот в эту обиженку, да, вот эта вот обиженка перед нами сейчас предстала, да, которая будет мстить, которая не забыла ничего, которая обязательно отомстит, когда появится такая возможность. Поэтому наблюдайте внимательно, если вы увидите такое лицо в обычной жизни, ну, разбирайтесь, насколько вам вообще это уместно жить с таким человеком, потому что, конечно же, вот такие люди, они знатные манипуляторы, да. Ну, я уже просто переношу в обычную жизнь, да, и, конечно же, очень сложно с такими людьми иметь дела. Да, значит, следующий фрагмент. И вот мы подошли к самой причине того, что почему на самом деле Путин напал на Украину. Вот эта вся историческая билиберда, которую он нес, да, это все понятно, что, ну, выеденного яйца не стоит. Ну вот логически, ну вот вместе со мной, я думаю, что вы поняли, да, и вы это видите, да. Но почему на самом деле это произошло, давайте смотреть. И больше того, я же публично говорил об этом, могу повторить. На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном, вот здесь вот, рядом, в соседнем помещении, я ему сказал, задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? То есть ногу выставил, ему эта информация была бы очень хороша. Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились, уже на ужин, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своей командой. Не-не, это сейчас невозможно. Руководство США нажало, и все члены НАТО послушно голосуют. Даже если им чего-то не нравится. Сейчас я скажу в этой связи, что происходило с Украиной в 2008 году, хотя это обсуждается уже здесь ничего. Видите, отставил ногу, то есть здесь он отступил. Нового я вам не скажу. Они мне сказали: да, мы подумали, и мы согласны. Я говорю: слава богу, отлично. Но за некоторым исключением. So, twice you've described US presidents making decisions. То есть вы дважды описывали, как американские президенты принимали какие-то решения, а потом их команды эти решения пускали под откос. Именно так. Именно так. В конечном итоге нас послали подальше. Я не буду, все-таки это был конфиденциальный разговор, но то, что значит, наше предложение было отклонено, это факт. И мы создали гиперзвуковые системы, причем межконтинентальной дальности. И продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию гиперзвуковых систем ударных, мы опередили всех. Ну вот только я ему не верю, потому что когда он говорит вещи, которые его вдохновляют, которые усиливают его позицию, он выставляет ногу вперед. А здесь нога, я не скажу, что она задержалась в одном месте. Она тут двигается, но она не выдвигается вперед. И это говорит о том, что вот эти сверхзвуковые, ну вот то, что он говорит, это, ну, что-то там не так. Что-то там не вдохновляет его на то, чтобы сейчас вот всем показать, какой он крутой. Да, он это говорит, но вот тело этого не подтверждает, поэтому я ему не верю. Напишите вы в комментариях, насколько вы верите ему вот в этом моменте. Ну вообще, может, есть среди вас специалисты, которые в этом разбираются, почему вот такое несоответствие. Казалось бы, он сейчас пугает и говорит: вот мы создали такое оружие, что вы все должны трепетать, да, вот то, что он сейчас произносит. А тело
этого не подтверждает. Почему это происходит? Напишите мне, кто в этом разбирается. И Соединенные Штаты, и другие страны, они у нас совершенствуются каждый день. Вот. Но не мы это сделали. Ну, то есть совершенно нет, не совершенствуются они, а что-то тут другое. А, да, сейчас уже 43 минуты, я думаю, что вы утомились, а информации, я боюсь, что если я дальше продолжу, то я не уложусь в час. А, поэтому давайте я сейчас доделаю еще фрагменты. Если вам нравится это, вот этот разбор, то, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, и я завтра же выложу продолжение. Потому что еще есть много информации там и по отношению с Китаем, и вот этот госпереворот, который он упоминал в Украине, и по поводу доллара и президентов американских, и вообще много-много всего интересного, что сейчас уже готово, но я еще хочу подготовить вам несколько фрагментов очень-очень интересных. Поэтому, ну вот, если вам вы хотите дальше продолжение, то, пожалуйста, лайк, комментарий напишите. Что вы вообще по этому поводу думаете? Кто не согласен со мной, пожалуйста, аргументированную позицию. Что не так? Да, объясните мне, пожалуйста. Может быть, я смотрю на ситуацию со своей стороны, но вот то, что я увидела, конечно же, вызывает во мне больше недоумения, чем какой-то поддержки или чего-то еще. Ну, естественно, это понятно, учитывая мою позицию. Поэтому напишите свои аргументированные какие-то наблюдения, да, и возможно, что в каком-то моменте вы меня в чем-то убедите. Но я сейчас, вот посмотрев все это, конечно же, ну, я считаю, что надо все это показать, да, вот разобрать это интервью. Хоть, конечно, не такой уж это и инфоповод, но многие вопросы для меня оказались очень полезными. Да, я разобралась вот в том, что где он блефует, как он на самом деле к кому относится. Очень-очень много забавного в этом интервью я получила. Да, поэтому я сейчас прерываюсь. Продолжение, я думаю, что будет через день, ну вот на следующий день. Если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И встретимся дальше. Я думаю, что вы меня порадуете своими лайками, и я буду вдохновлена продолжить дальше. Нет, на самом деле я действительно запишу это видео прямо сейчас, доделаю эти фрагменты и запишу. Поэтому, ну а с вас, вам все равно мне приятно, да, лайки и комментарии. Все, люблю вас всех очень сильно, до новых встреч, пока-пока.